Может быть, вот так? Возможно. Шикарно. Тут тоже коврик какой-то, да. Прикольный. Кстати, красивый, прикольный коврик. О, это вкусняки, короче. Да, или что? Да. Косточки прикольные. Ага. Это вкусняки. Это набор для ухода за домашними животными после операционной. Доброзверики. Что это такое? Пеленочка. Стерильно. Ну, не будем распаковывать. Да, но я посмотрю. Это стерильно. Да. На упаковке будет написано. Я посмотрю. Такая штука нам точно пригодится. Это. Еще вкусняшки. И еще вкусняшки. Что это такое? Влажные полотенца. Сияющим лески. Это не вкусняшки. А, это мне, короче, на день рождения подарок. Спасибо. Я даже не знаю, что это, друзья, короче. Это подарушка мне на день рождения, я так понимаю. Юбилей у меня был 50 лет. Но это я отдельно распечатаю, да? Прячу, да. Короче. Баби Дуси. Ее собачки. Это Ирина из соседки. Баби Дуси, ага. Это вот, наверное, пакетик ей. Угу, так, все, складываем. Дай посмотри. Да, тут вкусняки. Ага, ага. И вот эта штучка. Это пока забираем пакетик Баби Дуси. Да подарок вам тут. Ну, просто это видео вышло в интернете на ютубе, что малышка была бездомная, ее постерилили, вы ее забрали себе, и там женщина неравнодушная вам прислала подарок, вам и малышке. Ну, там написано все. Нет. Батюшки, мне прям аж не ничего. Ну, спасибо, передай низкие поклоны. Хорошо. Еще души есть неравнодушные. Конечно. Ну, вы там такие просто вкусняшки, как печеньки собачьи. Но вы по много не давайте, там по одной, по две. Ну, спасибо, передай этому человеку. Хорошо, обязательно. Доброта возвращается в войне. Это я прочитала где-то. Пошли. Иди гуляй, малышка, все. Иди. Это вам. Ага, перчатки. Отлично. А это мисочки. А, это мисочки маленькие. Кайфово. Ух ты, это контейнер для собачьих вкусняшек, чтобы брать с собой с прищепочкой. Прикольно. Угу. Это как тележка. Ага, мощная, слушай. Так, следующая коробочка. Это же еще одна подстилашка шикарная. Ух ты. Прикольно. Ага, может мягкий. Быть, вот эту Джеку тогда? Ну, давай попробуем. Кайфово ему будет. Так, коробочка крутая с ручечкой. Ух ты. Что это? Рога. Рожки, да. На Новый год бы нам такую штуку. Это рога. Чтобы питомцев наряжать. Друзья, короче, вообще не понимаю. Это Дед Мороз. Это, наверное, на собак. А, на Фину можно. Это, короче, красота на какую-то собачку. А, она типа олень, я поняла. Типа олень. Я поняла, собачка типа олень. Олень, оленем будешь. Ой. Да, а, это для маленькой собачки. Да, короче, это одежда для собачек, а это я не знаю. Колокольчики звенят. А это мешок, чтобы хранить ее. Ты же из нее достал все. Мешок с подарками. Ну, может быть, его тоже можно как-то использовать, я не знаю. Ну, мешок с подарками. Нарядить собаку и положить туда подарки, вкусности. Круто. Придется кого-то нарядить оленем. Кто же будет у нас оленем? Наверное, это будет Афина. Да, кстати. Я думаю, из Афины получится шикарный олень. Давай, рога. Все, упаковано. Чего-то. Я знаю, что это. Бегемота. О, да, это амуниция. О, точно. Ага. Кабадык-кабадык. Ну, круто. Ага. Ух ты. Угу. Вообще прикол. С поводочком вместе с ага. Поводочком. Модные фирмы. Красота вообще. Да. И отлично, да. У нас как раз рулеточка поломанная рулетка. Для маленькой собачки. Да? Для малюсенькой. Ну, или щеночка угуливать. Круто. Это аптечка. Угу.
Короче, это аптечка. Тут все уже сразу есть. Что это? Сахар. Жидкий уголь. Бинтик. Вот это вытаскиваем. Вытаскиваю. Это тоже воротник. Тоже мягкий написано. Воротник. И куча всяких препаратов. О, барс. Пластырь, я вижу уже. Это вот пластыри хорошие. Большие, мы выкупали их. Это мыло, чтоб я ручки мыл. Да. Так, шампунь сухой вижу. Это ушные капли для борьбы с эктопаразитами. Прикольно. Так, все, короче, это аптечка. Ага. Давайте печатываем аптечку обратно. Все, запаковывай. Грелка. О, как круто, у нас теперь две грелки. Да. Ватка. Ватка. А, вот здесь есть письмо, короче. Мы почитаем. Прикольно. Да, кстати, возможно. Пик и температурка известна. В лобик. Так, так, так. Хо-хо. Что-то мощное. Угу. Типа как у Бига. Да. Как на Бигуся. На большую собаку, отлично. Он денег стоит немерено. Да, это на Бигусе, можно сказать. Да, надо померить. Тема что? Обувь? А, типа такие носочки собачьи. Смотрите. Прикольно. Тема что? Носочек. Ух ты, еще одна. Короче, рулетка. Ну, это уже помощнее, да? Бац. С застежечками. Если все, шлёп. И вот сюда. Вот сюда. Раз на себя. Потом раз и все. Кайфовая рулетка. Здоровье вашей собаки. Ну это прям шикарно, да, читать. Энциклопедия, знаешь. Полный ветеринарный справочник. Афина ругается уже. Сейчас, Афина, сейчас будем читать с тобой книжку. Ну, книжка о собаках, прикольно. Ух ты. О, это, по-моему, тот наш песик, которого мы отпустили. Красивая. Большая книга, нужно посмотреть. И салфетки для уборки за собаками, за животными, да. Салфеточки. Вот. Ну, а нам осталась еще одна коробочка. Так же, опс. Опс. Ух ты, это что? Это шкурка. Угу, померика. Это шкурка. О, я влез. Все. Нормально. Ну, придется похудеть. Чуть-чуть. Практически на меня шкурка. Все. Шкурка зеленая одна штука. Темно-зеленая. Санечка у нас сегодня алхимик, будет сейчас собирать корм для Донара. Хорошо, как раз сегодня нам привез корм питательный для Донара. Специально для кожи, для здоровья. Да. Сегодня у нас весна начинается, друзья. Смотрите наши видосики. Вот. Сегодня у нас опять шел снег, прям хлопьями. Но сегодня приехал пэт-шоп, привез нам огромное количество вкусняшек. Чуть-чуть сюда занесли, чуть-чуть на улице там под навесом, чуть-чуть бигфиш. В общем, распихивали как могли. Вот, огромное-огромное им спасибо. Мы отдельно сделаем ролик, конечно, про это. А сейчас про Доню ролик. Давай, колдуй, Сашка. А это нам как раз прислали в последней посылке масло. И вот как раз прям Донару прописали его. Так. Ого, много, Сань. Ему нужно на его вес только. Да? А, да, нифига себе, еще и по весу, круто. Ты понял, Доня? Жди, сейчас. Ну, форелевое масло, еще рыбий жир, потому что там разное содержится, да? Ну, давай, давай. У Донара уже слипается, когда он смотрит. Саша у нас этот опытный алхимик. Да, Доня. Так, и пока он будет есть, я обработаю его капельками, тоже для здоровья кожи. Ага. Косметику, гигиеническое средство для комплексного ухода за кожно-волосяным покровом собак. Ого, нифига себе, такое не выговорить. Да. Не выгравировать. Смотрите, друзья, он же Доня у нас на диете, а то сейчас скажете, что он бедный, несчастный, не доедает. Так несколько раз в день. Вы, прежде чем написать, что собачки не доедают, посмотрите на ширину спинки его. Кусай. Доня, кушай, он боится же мисок железа. Ну, а Донечка красавчик, кушай, малыш, кушай. Кушай. Мой мальчик, кушай, Донечка.
пусть кушает, да, потом закапаем. Картоха завидует. Ой, какая картоха. Скажи, что это еще? Пахнет. Мало того, что он тут у меня перед носом попой своей виляет. Так вы еще и кормите его специально. Сейчас всех покормим. Блин, до сих пор железной миски боится. Ну, что ты сделаешь? Потому что убили миской. Не знаю. Мы разрешали, наверное. Ну, ты посмотри, у него это в плечах, глянь, грудак шире миски этой. Он качал, качал. Бля, ужас какой он огромный. Блин, вот прикинь, и масло прислали, и корм специально привезли, как знали. Кушай, кушай, Даня, кушай. Чтобы, конечно, чтобы у него не было проблем, но... Картоха такая спокойная, глазки такие. Да, картоха, скажи, что за дела вообще такое? Что происходит? Что это он лопает там что-то? Давай. Давайте, давайте, а то уже и гулять ему пора. Да. Он уже писать какать сюда, хочет. Даня. Он такой, а что все вокруг меня собрались? Не будет укола? Сейчас тебя за бочок картоха схватит. Стой, Донечка, все, давай. Ну ладно, не бойся. Смотри, что я там делаю. Картоха, а тебе не надо, у тебя хорошая шерсть. И хороший аппетит. Доня, Доня, Доня уже побежать хочет. Не закончится когда-нибудь. Огромный тюбик. Да, но это для кожи, и его нужно почти спинировать, надо закрывать. Все. И все. Блядь, можно гулять? Галь, на дом гулять хочет. Давайте, ладно, топайте, а мне уже пора туда ехать. Дон, до свидания. Дон такой, все, я ухожу. Друзья, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки. Выбирайте себе друга из наших подопечных и быть добру.